Здравствуйте, ребята, с вами Назар, и мы продолжаем играть за Византию, и у нас идет война против, ну, большого такого количества стран. Это и Кастилия, это вот коалиция против нас, которая сформировалась, это и Литва. Ну, я, так сказать, решил одним махом убить несколько зайцев, посмотрим, получится ли это у меня или нет. И что у нас тут идет? Идут осады. Враг тут разделил войска. Нужно будет их поймать потом. Дальше что у нас тут есть? Флотик. Тут есть еще Венецианский флот. Наш флот тем временем стоит на ремонте. Я тут вижу французский идет. Французская эскадра. Неаполитанский залив. Мы тоже можем выйти в море, хотя зачем нам выходить в море. Кстати, что у нас там по традициям? Только 12,8, маловато, конечно. Ну, тут пока что стоим, ждем. Враг рано или поздно будет атаковать нас, это я знаю точно, потому что так всегда происходит. Они хотят просто собрать намного больше войск и атаковать нас. Но они не учитывают тот факт, что здесь стоит еще и наши войска. Стоят. Так, идею пока не принимаем. Так, я вижу тут французский флот вступает в бои. А венецианский, скорее всего, уходит. Да, не уходят, но не успевают. Давайте еще мы попробуем подключиться к этому сражению. Так, здесь ничего пока что, все спокойно, ни у кого нет командующего. Это так, разбиты все венецианские кораблики, и кто-то захватил еще один транспорт. Да, я захватил этот транспорт. Хитрый, очень хитро мы все сделали. Так, значит, переводим транспорт сюда, он нам пригодится, а корабли двигаем сюда и будем блокировать порты. Венецианцы нас блокируют, но нужно нам это делать. Ну, не решается враг пока что нас здесь атаковать. Так, здесь все вроде нормально. Нидерланды осаждают эту провинцию. Хотелось бы самому ее осаждать, чтобы потом передать Гренаде. Так, здесь пока что ждем. Тут что у нас? Так, здесь куда-то литовцы ушли. Не знаю, что они делают, но я пока что здесь стою. Особо ничего так и не делаю. Хорошо, тут собираются уже большие армии, но мы стоим вот в горах, так что нам будет попроще обороняться. Так, Литва опять привела войска. Так, не решается, не решается, что-то они мутят, крутят. Не знаю, что это такое. Так, французы тут, вижу, подошли. Было бы очень хорошо, если бы они пошли тоже сюда. Так, тут, вижу, другие страны начинают туда отправлять войска. Это хорошо. Угу, тут они что-то собираются. Так. Задание выполнено. Хорошо. Осада завершена. Венецианцы здесь завершили. Картли мы завершили осаду. Хорошо, переведем сюда войска, или куда бы их перевести? Черкесия. Тут в Черкесии, я вижу, работает дипломат, но тут неподходящая местность. Точнее, не дипломат, а администратор. Он тут делает щиток. Тут он не сделал. Ну, у литовцев очень много провинций, на которых еще нету ихнего щитка. Ширван. Конечно, у Мегрелии было бы хорошо.
Давайте попробуем Черкесию, может они сами будут атаковать. И тут я вижу, собирает враг большие армии, чтобы скорее всего будут атаковать сюда. Тут равнины, будет тяжелее обороняться, нежели здесь. Я вижу, еще потянули. Да, пошла жара. Значит, отсюда... Ну что делаем? Оставляем корпус. Сколько там? 5000. И быстренько на ускоренном идем сюда. Эти 9000 здесь стали. А нет, они тоже идут. Хорошо. О, мы попробуем их еще забрать по пути. Отлично. Все, тут должны выстоять. Тут враг даже не переходит на осады. Тупит почему-то. Странно. Ну, раз тупит, значит хорошо, что тупит. Так, я бы выставил вот эти коги. Но я не знаю, где тут еще флоты. Давайте посмотрим, есть ли у Арагона флот. Арагон. Так, нет, у них только один фрегатик. И Кастилия. Сейчас посмотрим. Ну, Кастилия, 2 линейки и 5 фрегатов. Я думаю, 17 вот этих кораблей можно сюда поставить. 27 так отремонтировались, скорее всего. Опять на Александрию. Смотрим по заданиям. Накопить денег. Враг нашей угрозы. Кто? Россия, 125. Смотрим. Ну, плюс 5. В принципе, 125, 100 можно добить. А там деньги нужно будет им задать. Нет, не хочу. Претензия на Картли. Мы пока что воюем, так что мы не сможем на Картле. А давайте возьмем, на всякий случай. Пусть себе будет. Так. Строить ничего не буду. Так, проблемы с деньгами постоянно. Фух, думал, они будут атаковать вот эти 5000. Так, здесь французы пошли порядки наводить. Это радует. Ждем пока что. Есть. Смотрим по потерям. Ну, неплохо, неплохо. Я считаю. Так, дальше 15 будут стоять. 8 здесь. Так, мне интересно, венецианцы есть. Их войска. Значит, отправляемся сюда. Стоп, 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 стоп. Вот это мы отключим. А, Венеция отступила сюда почему-то. Тут у нас что? Тут равнины. Да, не в ту сторону я пошел. Давайте пойдем сюда. Они, конечно, повысят сейчас боевой дух. Истрия. Хорошо. Отправляемся, давайте, сюда. Так, тут 14. Отлично. Минус 9000. И они пошли на Истрию. Супер. Убили здесь полный стек. Так, тут... Тут все спокойно. Хорошо. Я здесь поставил этот флот, чтобы враг, вот эти осадные корпуса, не перешли на Сицилию. Так сказать, перестраховался. Тут мы оставим корпус, а вот этими армиями пойдем на юг, попробуем зачистить здесь все. Пока тут нет такой большой угрозы. Так, здесь идут у нас 22 тысячи, попробуем их перехватить. Ой, блин, зачем я это сделал?
Зачем я это сделал? Давай сюда. Ну, хотя бы равнины здесь попались. Это хорошо. Разобью? Нет, блин, не успел. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У нас тут идут подкрепления. Все-таки, я думаю, выиграем эту битву. Или, может, проиграем? Скорее всего, что проиграем. Ай-яй-яй. Давай сюда. 1000 оставляем. Еще сюда подкрепление. Успеют. Да, успели. Еще вот эти. Фух, победили. Но потери большие, но зато сколько пушек мы уничтожили. Это очень хорошо. 4000 у нас пойдут сюда. Эти 4 сюда. А здесь войска. 12000 можно отправлять на юг. Туда, куда они и шли. 20000 здесь пока что стоят на ремонте, на пополнении. Французский флот здесь блокирует. Вот, хорошо, что... Ага, я хочу посмотреть. Дипломаты, почему я не могу? Ага. Не могу. Значит, так заключать мир. Нужно, придется мириться с Австрией. Но сейчас посмотрю. Могу ли я просто отдать вот эту провинцию? Кадис, да? Могу отдать. Хорошо. Дальше. Что мы делаем? Здесь пока что ничего. Здесь пока что восстанавливаем свои силы. Так, эти ребята пойдут на Абруццо. 29-й, нет. Вот второй. Хочу, чтобы еще немножко повысилось боевой дух. Готов. Сюда вот так прошвырнемся на юг, а потом сюда. Три виза взято, супер. 4, здесь 3. Отправляем сюда, потому что здесь горы, здесь проще обороняться. Здесь пока что стоим. Хорошо. Так, готов. Так, здесь все спокойно. Так, тут пока что осаждаем. Французы тупят. Французы тут держат огромные войска, но тупят. Ага, вижу, что они тут творят. Блин, как бы это сделать? 2000 маловато будет. Давайте вот так. И на ускоренном. Вот так будем делать. Угу. Хорошо. Так, здесь 1000 еще осталось. Ну, значит, тут ускоренный не нужно было. Отправляем сюда войска назад. Угу. Вижу. Что вы хотите сделать? Ну, мы им дадим, пусть зайдут туда. 1 апреля. Вот. И отправляемся тоже сюда. 7 апреля. Медленно слишком. 6. Ну, один день не помешает ускориться. Так, французы, я вижу, пошли. Не знаю, куда они пошли. Хорошо. Корпус здесь оставим один. Думаю, хватит. А вот эти ребята у нас пойдут сюда. Так, тут добиваем сразу. Ой-о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 й.
Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это мне не нравится. Не знаю, не знаю, выиграю или нет. Нет, тут проигрыш явно. Отступаем сюда. Ё-моё, куда ты пошел? Потери 11 тысяч. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, значит, тут пока что ничего не делаем на том фланге. На грузинском фронте, так сказать. Ну, стояли бы мы в горах, было бы намного проще. Даже если бы и проиграли, но потери тогда были бы намного-намного меньше. Так, французы. Тут творят дела, это хорошо. Давайте поставим войска, значит, в Тироль. Перекрыть тут проход. Богемия дает проход Австрии. Нет, не дает. А кто у Богемии во врагах? Ага, Австрии нет. Значит, могут и дать проход. Так, тут я вижу, что-то творится. Давайте попробуем. А что у нас тут? Горы. Горы. Нет, стоим в Тироле. Так, здесь такая группировка собирается нехилая. Французы, ну, давайте. Эх, куда вы идете? Не в ту сторону вы пошли, французики. Так, здесь отступили. Хорошо. Будем потихоньку подтягиваться. Так, вот здесь горы. Тут мы, конечно, проигрываем. Опа. Опа-па. Не досмотрел. Как это харит. Отвлекешься на минутку, и тут бац. И все. Значит, идем сюда. Так, есть победа взята. Ну, даже не потеряли так уж много войск. Ну, войска отправляю сюда. Тут я буду пытаться убить вот эту армию. Так, они еще сразу же взяли тут провинцию. Попробуем разбить тут. Пока нет очень много защитников. Попробуем разбить крепость. Так, объединяемся и начинаем. Нет, пока что не будем штурмовать. Подождем. Так, тут враг. Ну, враг пока что снимает просто осаду. Картли. Ну, блин, штурмовали, скорее всего. Не могли они так быстро взять эту провинцию. Так. Тут французики. Что вы творите? Корпус оставим и идем на помощь. Я тут, скорее всего, не успеем уже помочь, но все равно они сражались. Попробуем их бабахнуть. Что-то не очень-то получается. Так, понял. Какое-то восстание было, но восставших нету. Хороший генерал у них. Так, разбили. Идем сразу сюда, попробуем добить тосканскую армию. Отлично. Осада завершена. Идем сюда. Так, тут француз.
французы. Это хорошо. А мы отправляемся сюда. Венецианский флот был вынужден выйти. Так, разбили флот. Значит, наш флот можно отправить немножко сюда. Пусть отремонтируется. Тут войска переводим. А здесь ведем сюда. Так. Рекруты плюс 9000. Хорошо. Крым. А, тут еще не осаждают здесь провинции. Ну, пойдем в гости, значит. Главное следить, чтобы там не нарваться на вражеские войска, превосходящие нас числом. А, Салента взята. Хорошо. Так. Пока объединяемся. Дипломатическую идею, ой, технологию не буду брать на данный момент. Нам дипломатические очки будут нужны. Так, враг сдался. И отступает у нас сюда. Мы попробуем преследовать. Вот эту армию даже можно будет... Ага, Крым не захватили. Ну ладно, давайте. Хотя нам тут хватает армий. Отправимся в Крым. Крым тут тоже нежелательно стоять. Там открытая местность, нас могут разбить запросто. Так, враг тут что-то творит непонятное. Ага, понял. Отправляемся на помощь. Есть. Я тут войска наши сами вижу справились. Смотрите, как они держатся. Так, 10 тысяч разбили, хорошо. И куда они идут? На Тревизу. Дальше куда-то сюда, наверное, пойдут. Попробуем преследовать и разбить. И Меретия взята. Попробуем хотя бы этих 2000 убить. Тут они на Льенс. Можно было сюда идти. Дальше, куда они идут? Эти идут на Грац. Ставим ускоренный марш. Так, 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 так. Тут мне не нравится, что они хотят сделать. 8000, думаю, хватит. Так, эти пошли на Вену. Надеюсь, на Вену дальше не пойдут, хотя можно поставить вот так на Остмарк. Так, чтобы тогда уж точно поймать врага. Хорошо, что я предвидел этот маневр вражеский. Так, здесь они не спешат. Хотя тут пошли на север. Да, нужно сваливать отсюда. Так. Отлично, разбита еще одна армия большая. И тут еще поможем. Так, значит, ты стоишь. И что? Куда тебе отправить? Наверное, сюда нужно отправлять уже на помощь против литовцев. Так, тут Кастилия. Тут все хорошо идет. Да, давайте, наверное, что отправлю сюда на помощь эту армию. Так, хорошо. Эти у нас пойдут сюда. 8000, 8000. Куда бы вас отправить? Отправляем, наверное, как-то вот так.
потеряли права. Ну, давайте сфабрикуем сразу же. Вот так. Так, разбит враг. Отправляемся сюда. Блин, ну чего они не осаждают вот эти провинции? Прицепились за эти северные. Пока у нас свободен дипломат, давайте отправим его в Польшу поднимать наши отношения. Так, значит, тут армия пусть стоит. Так, и тут горы. Давайте делаем вот так. Тут сколько? 43 он может держать. Хорошо. Будем с той стороны захватить, со стороны вот Украины. Вижу, Австрия опять начинает собирать какие-то войска. А Венецию я могу аннексировать? А, у меня нет дипломата. Ну хорошо. Ага, что у нас тут 30 тысяч? Они разделили свои войска. Куда они идут? Идут на Кубань. Азов сколько? 39. Значит, обе армии у нас пойдут на Азов. Попробуем сразиться вот с этими. Поменьшаем. Кубани, они, короче говоря, отступают куда-то на юг. Ну, мы давайте тоже пойдем сюда. Тут можно поставить армии в горы и стоять там, осаждать провинции. Кубань. Дальше они пошли на Черкесию. А что если я... Давайте объединим эти армии. И на Черкесию. Может, я даже поймаю. 12 октября. О, 8 октября. Как раз таки поймаю. Хорошая местность. Можно даже будет их разбить. Посмотрим. Полностью? Нет, не полностью. Ну да, полностью это было бы слишком хорошо. Но потери более-менее равные. Так, отключаем и давайте пойдем на север. Азов. Ну, они, короче говоря, куда-то сюда будут идти, наверное. Нужно будет проследить, попробовать их разбить. Верона взята. Хорошо, давайте Фриули. Пойдем. Так. Эти куда-то идут, непонятно куда. Запорожье. Дальше куда? Полтава. Либеральная реакция. Стабильность минус 1 или в иконе революционеры. Иконии это у нас здесь. Ну ладно, пожертвуем стабильностью. У нас есть дипломатические очки, так что можем ее сразу апнуть. Хорошо, так это нам не нужно. Дальше. Киев. Наверное, на Вильнюс пойдут. Нет, на Киев. Хорошо. Тут и сразимся. Отлично. Просто супер. Разбита полностью армия. Делим, значит, напополам. Наши собственные армии. Одну отправим сюда. Вторую отправим домой. На пополнение. Так.
сюда, и потом сразу сюда. Так, наконец-то они начали здесь осаждать, эти южные провинции Испании. Давайте посмотрим, может, с кем-то можно сразу помириться. Или ЗАС. А, у нас нет дипломата. Ну, ладно, пока что ждем. Так, есть. Олтанья. Потеряли право на провинцию. Так, появился у нас дипломат. Милан уже не хочет с нами сражаться. Милан. А что мы можем у них взять? Ну, ничего такого интересного, наверное. Да, разорвать договоры. Ну, ладно, пусть себе сражается. Так. Вот это мне не нравится. Венгрия. Хорошо, Венгрия. Ну, в Венгрии тут ничего такого интересного. Можно даже вот эту взять, одну провинцию себе, потом на нее сделать за админочки щиток. Давайте посмотрим. Хотя она у нас не осаждена, как я ее возьму, не знаю. Но пока что ни с кем не будем мириться, пока что будем воевать. Ух, мы проиграли и не успели наши войска. Ну, отступим в безопасное место. Сейчас мы отомстим. Тут 20 тысяч можно отправить. Давайте пока что вот сюда. Потом будем пробовать разбивать небольшие корпуса осадные. Литва захватила еще одну провинцию. Даже не знаю, что у нас получится, какой мир с Литвой. Просто с ними воевать очень сложно. У нас уже растет усталость от войны. Вот 3. Осада завершена, Бари. Хорошо. Так, от Арагона мы получили то, что желали. Это отлично. Так, здесь переведем войска сюда. Ну, от Арагона будем брать эту провинцию и вот эту. Отдадим Гранаде. Так, есть. Ты у нас сюда. Тебя во Флоренцию. И я подумываю над тем, чтобы взять Модену себе за вассала. Но все это будет уже в следующей серии. На этом я буду с вами прощаться, ребята. Всем спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, комментируйте видео. С вами был Назар. Всем пока.